МРТ применяется для выявления различных отклонений тяжелых заболеваний. Этот неинвазивный метод диагностики позволяет детально рассмотреть даже глубоко расположенные ткани. Исследование дает возможность получения послойного изображения внутренних органов. Аппарат магнитно-резонансной томографии есть и в детском отделении Одинцовской ЦРБ. Причем исследования проходить могут здесь как дети, так и взрослые. Аппарат самый современный, производство фирмы General Electric, оснащен максимальным пакетом программ для исследования нервной системы, головной мозг, позвоночник, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Есть возможность обследовать органы брюшной полости, органы малого таза, все крупные суставы, которые представлены в организме человека. Основной упор, конечно, делается на коленные суставы, тазобедренные суставы, именно те, которые чаще всего подвергаются дегенеративным изменениям. Время проведения исследования варьируется от 20 до 60 минут, причем пациент на протяжении всей процедуры должен лежать неподвижно и спокойно. Вот с этим порой возникают проблемы, но врачи помогут и в этой ситуации. Поскольку специфика работы с детьми очень такая сложная, вы сами понимаете, что дети не могут лежать неподвижно, они боятся, они испытывают определенные затруднения с тем, чтобы абсолютно не шевелиться то, что нужно при данном исследовании, мы используем методику медикаментозного сна. То есть специально обученный детский анестезиолог вводит детей в состояние медикаментозного сна. И во время этого сна мы выполняем свое исследование. Именно поэтому детишек мы обследуем через дневной стационар. Они находятся на лечении и в плановом порядке им выполняются любые исследования. После проведения МРТ вся информация поступает к врачам, которые дают заключение, и уже дальше лечащий доктор, опираясь на результаты томографии, назначает дальнейшую тактику лечения. Мы используем аппараты для диагностики взрослых людей. Мы работаем по программе системы, по системе ОМС, то есть бесплатное обследование для любого жителя Одинцовского района. Человек должен посетить своего лечащего врача в поликлинике, и по своей болезни, по своей нозологии ему будет выписано направление, предписание для выполнения определенного исследования. И это исследование после предварительной записи будет выполнено в кратчайшие сроки. Кабинет МРТ Одинцовской ЦРБ работает ежедневно с 8 утра и до 20 часов вечера. Чтобы пройти исследование, необходимо иметь на руках направление от врача, полис ОМС и паспорт. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».